Уважаемые земляки, дорогие ветераны Великой Отечественной и труженики тыла, от всего сердца поздравляю вас с 77-й годовщиной Великой Победы. 9 мая – священная для каждого из нас дата. День, который откликается в сердце радостью и болью, горечью потерь и великой гордостью за силу, мужество и стойкость героического поколения победителей. 1418 дней и ночей они боролись с нацизмом. Всеми правдами и неправдами стремились попасть на фронт, стояли насмерть, врастая в каждую пять родной земли. Бесстрашно бросались в самое пекло сражений, закрывали собой амбразуры вражеских дотов. Самарская земля проводила на фронт более полумиллиона своих сыновей и дочерей, и почти половина из них не вернулась с фронта. Вечная память нашим героям. Мы помним каждого, кто погиб на фронте, умер от голода и пыток на оккупированных территориях, был замучен в фашистском плену, сгорел в печах лагерей смерти. Нет таких слов, которые бы смогли передать всю глубину трагедии, которую пережила наша Родина из-за фашистской агрессии. Мы помним и тех, кто трудился на пределе человеческих возможностей в тылу, помогая тем, кто был на передовой, кто терпел голод и лишения, делился друг с другом последним куском хлеба, совершал трудовые подвиги, кто, несмотря на все лишения военного времени, продолжал созидать и строить, растить хлеб и воспитывать детей. День Победы – праздник общий для всех нас и личный для каждого россиянина, ведь в каждой семье есть свои герои. Все мы воспитаны на их примере, на идеях свободы и справедливости, чести и совести, беззаветной любви к Родине. Мы дорожим своей независимостью и также яро не приемлем нацизм, который в последние годы, к огромному сожалению, вновь пророс у самых наших границ. Во имя священной памяти отцов, дедов и прадедов, наших дорогих ветеранов, сейчас наши солдаты и офицеры вновь, бесстрашно, вступают в бои, чтобы освободить Украину от нацизма, остановить войну на Донбассе, обеспечить безопасность мирных жителей. Так же, как фронтовики Великой Отечественной, они проявляют огромное мужество и отвагу. Буквально каждый день из сводок новостей мы узнаем имена новых героев. Они ведут борьбу за правое дело. И сегодня все мы сплотились, чтобы дать отпор любым внешним угрозам, остановить распространение нацизма, показать всем, кто пытается оказать давление на нашу страну, что усилия тщетны, и никому не по силам сломить российский народ. Мы не позволим никому искажать историю, переписывать ее страницы, умаляя подвиги наших предков, 77 лет назад принесших мир и свободу всему миру. Мы будем помнить, будем гордиться, приумножать их славу. День Победы останется вечным гимном смелости, несокрушимости и единства. В нем мы черпаем силу и стойкость. Сегодня, когда против нашей страны развернута масштабная информационная война, мы будем вновь и вновь рассказывать нашим детям о том, за что сражались их прадеды, за что сейчас сражаются их отцы и братья. Передадим им священную историческую память, наше богатое духовное наследие, чтобы они смогли с достоинством идти по жизни, гордиться нашей историей, культурой, традициями, нашей страной и смело смотреть в будущее. Особые слова я адресую нашим ветеранам, труженикам тыла. Дорогие наши, любимые, конечно, это в первую очередь ваш праздник. Именно вам мы обязаны всем, что у нас есть. Низкий вам поклон от всех жителей Самарской области. Мы не предадим ваше дело и будем защищать суверенитет нашего государства, мир и свободу на российской земле. В этом наш долг перед героическим поколением победителей. С праздником, дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, благополучия, добра и мира! Слава и процветание нашей великой Родине! С Днем Победы!